І хоча в нашій країні рік півня вже вступив в силу, наприклад, в Китаї до нього тільки готуються. Не секрет, що наші люди полюбляють відзначати різні приємні свята. І тут для багатьох, аби був привід. Так чи святкують одесити Новий рік за китайським календарем? І чи вірять, що півень буде впливати на їх життя у 2017-му? Ви знаєте, що по восточному календарю год петуха офіційно вступить в силу 28 января вже скоро. Знаю. А как-то празднуете еще и этот Новый ну, год? Ну, надо всегда все праздновать. Праздник – это праздник. Он должен быть, если не по календарю, то в душе каждый день. Поэтому, конечно, будем праздновать. Ну, как-то за стол сядете или нет? Нет, скорее всего, просто будем как-то общаться, переписываться, что-то смотреть. Так. Скажите, а верите, что это традиционные вот эти символы животные, там вот год собаки, год петуха сейчас, что они как-то влияют реально на человеческую жизнь? Ну, я знаете, во что верю? В то, что ты сам веришь, что всегда исполняется. Если для тебя это знак, он будет работать. Если нет, не будет. А вы празднуете с семьей вот Новый год еще и по восточному календарю? Нет. А почему? Как-то мы привыкли свои праздники, русско-украинские. Праздную, потому что я родилась в год петуха. Да, а скажите тогда, а верите, что вот эти символы, там, год собаки, вот год петуха сейчас, что эти животные как-то влияют на нашу жизнь реально? Как вам сказать, у нас сейчас у нас все влияет, и мы не знаем, на что, что именно влияет, потому что такая жизнь у нас. Вы знаете, вот я только что узнала от вас. Ага. Да. Скажите, а верите ли, что вот эти символы традиционные, там вот год собаки, сейчас год петуха, да, что да. Они как-то влияют на жизнь человека, вот эти вот символические животные? Влияет, вы знаете, влияет, да. А почему? И характеры. Ну, у меня семья, разные знаки, вот, и они разные все. И, естественно, я могу наблюдать, как влияет. Я еще не решила, но, скорее всего, буду в кругу семьи, может быть, в кругу друзей. А каждый год празднуете по восточному календарю еще, вот, плюс к нашему Новому году? Ну, прошлое я тоже праздновала по восточному, и думаю, это буду также праздновать. То есть празднуете и наш Новый год, и по восточному календарю? Да. Да, а как бы почему так? Семейная традиция. Символы там год обезьяны, год петуха сейчас, что они как-то вот эти символические животные влияют на нашу жизнь? Если честно, нет. А почему нет? Ну я считаю, что человек сам строит свою жизнь и вот так. Я думаю, что животные как-то не очень влияют. Святкувати Новий рік ще й за східним календарем – справа кожного. Але привід, погодьтесь, непоганий. Олена Логінова, Владислава Гарбар. Факти.